Ушли с вещами. Установлен 11 июля палаточный городок. Удалось убрать только с помощью полицейских. Напомню, группа граждан, не согласных с решением своего квартирного вопроса, объявила голодовку. Правда, заявление об этом голодающие подали в администрацию города только 13 июля. В понедельник участникам акции, организованной с нарушением закона, предложили прекратить ее и приступить к диалогу в рамках правового поля. Обитателям палаточного городка дали достаточно времени для того, чтобы собраться. Но они ушли из тундры только по настоятельной просьбе полицейских. Накануне свое решение по двум участникам акции принял городской суд. Подробности известны Надежде Печоркиной и Антону Берестянскому. За круглым столом активные новорингуйские общественники. Известные интересом к событиям, происходящим в городской жизни, они сейчас не могут игнорировать ту ситуацию, что сложилась не 11 июля, а значительно раньше. Документы так называемой протестной группы изучались многократно с привлечением самых разных специалистов. Вывод, однако, один. Законных оснований для предоставления жилья этим людям явно недостаточно. Те, кто сегодня встречается за круглым столом, могут назвать не один десяток новорингуйцев, чей жилищный вопрос остается нерешенным. Но это не значит, говорят, что для его решение нужно выбирать неправовые методы. У нас организация в нашей есть люди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Кто-то вообще не имеет. Но мы должны давать информацию, что вы должны обратиться туда-то, вы должны сделать это, вы должны поступить так-то. Те, кто поселился в палатках, избрали иную тактику. То ли у этих несчастных оказались плохие советчики, то ли они сами решили, что отказ от всего будет лучшим вариантом общения с властью. В соответствии с положением извещаем вас о намерении заключить с вами предварительный основной договор, для чего в течение 30 дней с момента отправления вам данного извещения вы, подчеркиваю, обязаны явиться в город Тюмень, улица такая-то, 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 дальше данные, для заключения договора. Личная подпись, я не буду, не будете отрицать, что это подпись ваша стоит. Обручение. Почему я вот это не получала? Значит, это ваша подпись стоит? Я вот это не получала. Им предложили прийти на личный прием и прекратить голодовку, как нецелесообразный способ добиться чего-то, кроме испорченного здоровья. Но обитатели палаток дождались поступления предложения, от которого уже не отказываются. Мы поддержка, группа поддержки. Вот голодующий, вот голодующий. И еще один отошел. Это группа поддержки. Стражи порядка повода для очередных жалоб на произвол не дали, хотя голодающие и их группа поддержки на это явно надеялись. Вас попросили пройти или применяли силу какую-то? Нет, попросили пройти. Вы отказывались или нет? Нет, мы отказывались, говорят, пройдемте, подадите пояснение. Если бы мы отказались, к нам бы применили силу. Но мне зачем? Я и так инвалид. Ваши вещи здесь есть? Нет. Тех, что на вас? Нет. А где-то чемодан мой есть еще. На следующий день решение по двум участникам акции вынес новорингуйский суд. Буларга Юрий Васильевич и Каштанова Надежда Петровна признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Суд назначил это наказание за участие в проведении публичного мероприятия с использованием плаката, что нарушает установленный порядок. Решение вступит в силу через 10 дней. Общественники на встрече за круглым столом говорят о том, что сочувствие к людям, не имеющим жилья, не отменяет необходимости соблюдать закон. У каждой работы, у каждой ситуации есть свое время, есть свой час. Люди свой час пропустили. Его уже нету. Нужно смириться. Есть решение суда. Пожалуйста, если правы есть, хватает документы, соберите, пускай обратно выдают. И если выиграют, мы за них рады. Потому что то же самое, есть мы такие же люди, которые вместе с ними здесь в очередях стоят. И инвалиды, и пенсионеры, и другие. Но тем не менее, они ждут, подчиняются закону и очереди. А тут дальше какие-то это провоцирует народ, и бунт, это мы проходили, это нехорошо. У каждого из них все-таки остается возможность законного решения своих вопросов. А поскольку в Новом Уренгое принято находить взаимопонимание без конфликтов, общественные деятели надеются, что из этой ситуации и участники сумеют найти мирный выход. Надежда Печоркина, Антон Берестянский, Егор Тимошенко. Служба новостей «Импульс».